понравится, подарю своим внучкам. Ну, чтобы как-то более-менее ее украсить, приклею вот таких мышек сюда. И у них будет симпатичный сувенирчик. Баночка из-под кофе. Хочу ее украсить. Короче, что получится, я вам потом покажу. Так, начнем с этой коробки. Беру 2-3 диска. Ацетон. Протираю ацетоном поверхности, на которую я хочу приклеить. Самое ацетоном протираю вот эту баночку из-под кофе. Не хочу чего-то этот раз снимать эти наклейки, они хорошо приклеены. Посмотрю, как получится. Я беру титан, хорошо клеит и приклеиваю мышек. Теперь они пошли на приклейку. Такой замочек. Я взяла черный, можно брать любые цвета, какие вам нравятся. И, допустим, вот так я его приклею. И теперь дадим ему подсохнуть. Теперь для следующего этапа нам нужна вода, бумажные полотенца, три, четыре, смотрю, сколько надо будет, клей ПВА. И кисточка, соответственно. Наносим клей ПВА. Берем бумажное полотенце. Взять бумажное полотенце, намочить в воде. Отжимаем. И бумажными этими салфетками отклеиваем те места, которые мы хотим отклеить. Я делаю такие вот разные волны получается у нас. Все сделаете складочки, которые какие вам понравятся, как вы задумали, ну, или как получается, допустим. Вот я обклеила баночку и всю ее. Покрыла клеем ПВА. Теперь она должна у нас сохнуть. Пусть она сохнет до завтра. Потом мы продолжим. Вот такая баночка для кофе в итоге у нас получилась. Мы остановились с вами на том, что мы загрунтовали ее. Потом я покрыла ее, то есть, ну, закрасила. Не стала делать однотонный рисунок, немножечко так разбавила, приклеила сюда кофе, сделала немножко, как бы она высыпается, украсила крышку. Вот такая баночка для кофе у нас получилась. Можете сделать ее, допустим, полную, купить, подарить кому-то. Можно здесь привязать какую-то подарочную ленту или как-то по-другому оформить. Можно делать из кожи, кому как чего вздумается. Ну, такой получается хороший, оригинальный, интересный подарок. Хочу вам сказать теперь в продолжение о том, чтобы переделывать что-то и что-то интересное из всякой всячины. У меня, например,
сломалась мультиварка. Выбрасывать ее было жалко. И поэтому мы ее выпотрошили, оставили один корпус. Я обклеила ее тканью. Мне нравится за то, что здесь хорошая крышка. Отделала тесьмой. Вот такое донышко. В ход пошло все. Здесь у меня старая сумка. Летнюю я ее распорола, она мне не нужна была. Ну и кусочки ткани. Придолго. Но здесь удобно хранить какие-то вещи. Я, например, ну, храню здесь лампочки. Положил. И ты знаешь, что они не разобьются. Очень удобно. Так что, если какие-то, ну, ненужные вещи, вы просто подумайте о том, чтобы, что их можно как-то переделать.